Так, всем привет, дорогие друзья. Как вы поняли тролли, значит, вам нужно какие деньги там вам. Я вам помогу. Что для этого требуется? Для этого требуется чит энерджи, получается, и машина. Начнем с машины. Заходим. Телефон, интернет, салон. Котируем по цене дешевого до этого. Покупаем одну из этих машин за 100 тысяч. 100 тысяч, думаю, несложно собирать. Это два квеста буквально выполнить. Задание, точнее. Покупаю машину, я уже ее купил. Она доставляется к вам в гараж. Купили машину, все. Едем в тюнинг-салон. Во время поездки вам нужно машину разбить. Ну, конечно, до той степени, чтобы вы могли доехать. Едем, разбиваю машину. Так, разбили. Ну, я думаю, для этого хватит. Давайте черточек. Записываю я все одним дублем, чтобы вы не подумали, что там вот. Монтажировал и так далее. Монтажировать я тем более еще и не умею. Только начал снимать. Заехали в салон. Нажимаем продать. Видим цифру. Запомнили его. Теперь заходим на сайт. Качаем чит энерджи. Скачивайте, отрываете. У меня он уже открыт. Нажимаем вот сюда. Выбираем нашу GTA. Открываем. Видим этот пункт. Вводим наши цифры с GTA 59660. 59660. Ищем. Нашла такую цифру она. Хорошо. Теперь заходим опять в GTA. Чиним машину. Починили. Листаем вниз, и еще кнопку продать. Нажимаем, у нас полная стоимость автомобиля. Окей. И пишем 60 тысяч. Опять же, и она ищет 1800, да. Теперь нажимаем Ctrl A, то есть выделение, и нажимаем на эту красную стрелочку. Все, переместились они сюда вот у нас. Нажимаем сюда, опять же нажимаем Ctrl-A. Нажали, молодцы. Молодцы, теперь нажимаем несколько раз сюда. Ошибочка, нажимаем на цифру продажи. Вместо 60 пишем 250. Раз, два, три, раз, два, три, миллионов. Окей. Вот видите, они все заменились. Все, да? Здесь сворачиваем. Видите, у нас продать средства за 250 миллионов. Здесь нужно его продать сразу, не забудьте, потому что при сворачивании игры, при закрывании чита, у вас вылетит игра. Потом заходите, и все, у вас 200 миллионов на счету. Как видите, у меня уже 166 я потратился. Продавать, конечно, я не буду, потому что лучше несколько раз это не пользоваться. Использую один раз, и хватит, все. Также советую в первый день, когда вы это все делаете, не покупать очень много, сразу тратить денег. То есть там куча машин и тому подобное. Купили там одну-две машинки, все успокоились, подождали пару дней и пошли дальше тратить. И кто могут за это забанить. Если вы не будете тратиться, то вас не забанят, можете не переживать. Я вот уже около недели, и что видеть, что нет. Все ссылки, получается, на чит энерджи я оставлю, что непонятно, пишите, извиняюсь, там все звук плохой, что непонятно объяснил, записываю, грубо говоря, первый ролик. Все, всем удачи, всем спасибо.